Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом «Сессия». И сегодня я бы хотел произвести презентацию для клиентов. И что ж, давайте приступим. Все знают, чего хотят клиенты. Конечно, получить кэшбэк и бонусы за покупки. Целиком оказаться от офлайн покупок. Видеть честные отзывы, желательно от знакомых. И удобное мобильное решение. Все это нам дает как раз наш проект. И сейчас вы видите цифры перед глазами, ну а мы идем дальше. Как видите, сессия для клиентов. Что же он дает? Меньше чем за секунду вам приходит кэшбэк. Конечно, это безопасность. Это связано непосредственно с тем, что у нас блокчейн-технология. Видим, также есть кикбэки и выплаты токенах. А какой же плюс выплат токенах? Также, я думаю, очевидно, да, сейчас биткоин идет в гору, собственно, за ним будут подтягиваться все остальные токены. И в связи с этим у нас, конечно же, и сессия будет расти. Далее нам показывают ключевые функции данного проекта. Это удобный marketplace, моментальные кэшбэки, рекомендации, которым доверяешь, и защищенный криптокошелек. Собственно, все то, что и было сказано ранее. Так, видимо, они подвели черту, итоги, и все это нам написали. Что получают клиенты? Как вы видите, что вы можете следить за покупками своих друзей, покупать товары и услуги, получать за это кэшбэк, получать кэшбэки с покупок своих друзей, читать честные отзывы о товарах, выбирать по рейтингам лучшие магазины, пользоваться всеми преимуществами блокчейн-кошелька, оплачивать при необходимости своих покупки криптовалютой. А может быть, вас немножечко смутил тот факт, что получают кэшбэки с покупок своих друзей. А я об этом говорил в прошлом видеообзоре. Это значит, что если вы подали свой чек, выставили свой чек и по этому чеку перешли в магазин ваши друзья и что-то приобрели, то магазин вас также благодарит за то, что вы, собственно, отрекламировали его своим друзьям. Как получают кэшбэк? Видите, все элементарно, в 4 пункта, и кэшбэк сразу же приходит, как я говорил, меньше чем за секунду, то есть моментально. Криптокошелек. Так как это криптокошелек, собственно, то это система блокчейн, и это, конечно же, все абсолютно бесплатное и все абсолютно надежно, намного надежнее остальных кошельков. Как зарабатывать на рекомендациях? Я только что вам это объяснил, и здесь все наглядно описано. Поэтому двигаемся дальше. Marketplace. Marketplace здесь действительно очень интересный. Если вам будет необходимо, я смогу записать также видеообзор именно со своего телефона. Но пишите в комментариях, если это необходимо. Далее отзывы о продуктах. Отзывы делаете, собственно, вы. И также вы можете смотреть отзывы своих друзей, что, собственно, и показывает нам сессия, говоря, что этот проект действительно отличается от всех других. Также у нас есть геопоиск, как, собственно, сейчас, наверное, и везде, без него никуда. Поэтому сессия, он, конечно же, тоже есть, потому что все-таки новые технологии, рейтинг и отчеты также присутствуют в данном проекте. Вот вы видите, наглядно вам представлены, где они, как они изображены. Календарь. Где вы ходили, что вы купили, также что вы собираетесь сделать, все у вас здесь есть. В общем, очень хорошее приложение, в котором очень много каких-то плюшек, которых надо разбираться. Собственно, лента, да, которую выкладываете вы и ваши друзья, и отзывы, которым, как говорит проект, вы доверяете, потому что отзывы, собственно, ваших друзей или друзей ваших друзей, то есть, ну, тех людей, которых вы действительно знаете, и если даже они написали, и, может быть, вы не уверены, что это они, вы можете легко с ними созвониться, списаться и уточнить, собственно. Конечно, данное приложение уже можно скачать на Apple Store и Google Play. Об этом говорилось уже не раз. У них уже более 150 тысяч клиентов. Поэтому присоединяйтесь и
вы. На этом у меня все. Надеюсь, что было интересно. Надеюсь, что вы заинтересовались данным проектом. Если да, то переходите по ссылочкам в описании и изучайте данный проект. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!